OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Буквально несколько часов назад губернатор Голубев на саммите «Россия-Африка» заявлял, что система ПВО в Ростовской области работает надежно. Надежно работает, и эта жизнь подсказывает. У нас было несколько ситуаций, когда ПВО срабатывало, и, в общем-то, ракеты не достигали своей цели, и обошлось без жертв и без каких-то там разрушений. Но это постоянная работа. Пусть расскажет это жителям Таганрога, которые сегодня пережили настоящий шок. В центре города взорвалась неизвестная ракета. На месте взрыва находят обломки и поражающие элементы от ракеты системы С-300. 15 человек обратились за медпомощью. У всех легкие травмы от осколков. Жертв нет, заявил ростовский губернатор. Минубийство РФ решило обвинить Киев в ракетном ударе по Таганрогу. Якобы был запущен переоборудованный вариант комплекса ПВО С-200. Также московский ИГИЛ утверждает, что российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Зачем было сбивать ракету над жилыми районами? Уму непостижимо. Сколько эта трагедия может продолжаться? Сколько еще можно это терпеть? Ну а тем временем бункерное недоразумение рассказывает африканцам о том, что Киев отказывается вести переговоры, забывая уточнить, что одним из требований Москвы является полный отказ от уже захваченных россиянами территорий Украины. Естественно, на таких условиях ни одна уважающая себя страна не будет вести мирные переговоры. Но проблема-то заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры. Повторю, отказываются от переговоров. И сама Украина, а точнее украинский сегодняшний режим, отказывается от переговоров. Официально об этом заявили, и президент Украины принял соответствующий декрет по этому вопросу, запрещающий вести переговоры. Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем. Он сделан. Россия его не предаст. Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами. И сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа. Ну а бункерное чмо, как всегда, прикидывается шлангом. Это они не хотят мириться. А Россия всегда стремилась и будет стремиться к миру. Мы неоднократно говорили, я официально заявлял, что мы готовы к этим переговорам. Но мы же не можем навязывать эти переговоры. Кремлевские людоеды уже убили сотни тысяч украинцев и россиян. Но им все мало. Как бы еще загрести пару миллионов болванчиков, чтобы те повоевали за дворцы Путина и яхты Мордашова? Глава Совета Федерации Матвиенко говорит о гуманизме. Величайшие гуманисты 21 века. Я прошу проголосовать за закон. Мы вернемся, конечно, к этой теме и поправим. И я бы хотел сказать, что сегодня в отношении призывников введены большие механизмы их защиты, в том числе и предыдущим законом. Мы допускаем родителей до сопровождения в воинскую часть, допускаем общественные организации на сопровождение в пути следования и на пребывание в воинской части. И я могу вот эту тему продолжать. Мы делаем все, чтобы наш призывник был защищен, в том числе и институтами гражданского общества. Спасибо, Николай Александрович, за то, что вы это делаете. Это правильно, так и нужно поступать. И такая гуманизация этого процесса, и прозрачность его, это замечательно. Предлагаю поддержать позицию Клишаса и Бондарева и в сентябре отработать с Минобороны
поправку в этот закон, чтобы он был абсолютно корректный и не противоречил Конституции. Лицемерные и лживые убийцы. Своих детей на фронт они не отправят. Пускай другие подыхают. В этом великая освободительная миссия нашего народа. Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект, который увеличивает призывной возраст. В российскую армию мужчин теперь будут призывать с 18 до 30 лет. Уклонисты от призыва не должны быть в более привилегированном положении, чем законопослушные граждане. Голосуя против поправок, вы будете голосовать против нормальной работы этой системы. Понимаете? Вы будете голосовать за сохранение комфортной жизни уклонистов и повторной возможности стать для них героями взятия Верхнего Ларса. С одной или с другой стороны. Кстати, Николай Васильевич Коломеец об этом примерно говорил. Коллеги, но понимаете, уже мы не раз здесь обсуждали с вами, что поправки в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, они очень чувствительны. Чувствительны они тем, что этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой самой большой войной это уже попахивает. А мы все продолжаем искать, кого же нам оттуда убрать, кого же защитить. Да некого будет потом защищать. Хотя еще в конце прошлого года министр обороны Шойгу заявлял, что призывать на службу в России будут с 21 года. При комплектовании вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванными с первого дня прихода на службу. Тогда, в декабре 22-го, президент России Владимир Путин согласился со словами Сергея Шойгу. Это объяснялось тем, что к 21 году молодой человек может получить высшее образование и после этого будет готов пойти в армию. Нынешнее обсуждение в Думе было очень кратким. Депутат Нина Останина проговорила, что правила игры на фоне частичной мобилизации меняются так быстро, что граждане попросту не успевают за ними следить. Это вызывает недопонимание среди сообщества и призывников, и родительского сообщества. Вот такая смена позиций, она без внятного какого-то обсуждения, она, конечно, не думается не на пользу вот той ситуации, которая сейчас складывается с самого начала, частичной мобилизации. Отсутствие четких правил игры всякий раз приводит к ненужному напряжению в обществе. Пункта о том, что переход будет постепенным в законопроекте, тоже не осталось. Поправки вступят в силу с нового года. Депутат единорос Красов с трибуны заявил, количество призывников перерастет в качество. И таким образом, цитата, это повлияет на безопасность общества. Фракция Всероссийской политической партии «Единая Россия» будет поддерживать данный законопроект. Изменяя призывной возраст, мы что, коллеги, делаем? Мы, конечно, изменяем количественный призывной ресурс. То, что новые поправки без проблем пройдут Совет Федерации, не вызывает сомнений. Депутат Картополов с трибуны сказал об этом парламенту. Кроме повышения призывного возраста, сегодня в Российской Думе приняли законопроект о штрафе до 30 тысяч рублей, это около 330 долларов по текущему курсу, за неявку в военкомат и несообщение новых личных данных, например, о смене места жительства или переезде. Я хотел бы обратить внимание, что у нас сегодня МРОТ в России около 16 тысяч рублей. На следующий год запланировано около 20 тысяч рублей. Поэтому у нас, в принципе, по всей предлагаемой таблице есть вопросы, связанные с размером административных штрафов в отношении граждан. Еще в Госдуме санкционировали запрет на выезд из России призывникам, которые получили повестки. Поправка запрещает выезд из страны мужчинам с момента, когда повестка появится в реестре электронных повесток. Здесь важно сказать, что пока этот реестр не работает, но эксперты предполагают, что он появится уже осеннему призыву. А пока этот инструмент власти не подготовили, выезд будет запрещен с момента отправки повестки заказным письмом или по месту прописки или работы, ну или, соответственно, при вручении призывнику лично в руки. Сейчас в России действует ряд и других ограничений. Запрет на распоряжение имуществом, вождение машины, регистрацию ИП.
Нынешние изменения прямо коснутся призывников на срочную службу. Будут ли эти ограничения работать на призывников по мобилизации, пока неизвестно. Если бы я пошел на СВО, то я бы, наверное, просто умер. Вот, я бы просто погиб, потому что, ну, что поделать. Есть мирные люди и есть, как бы, ну, люди, которые предрасположены к боевым действиям. То есть там, опять же, те, которые любят, как бы, насилие или не любят, это не важно, это не хорошо и не плохо. Я так считаю. Вот. Просто, опять же, всех под это нельзя гребсти, потому что люди, если пойдут, они с радостью просто, ну, типа, не то чтобы с радостью, они просто примут свою смерть. Если вам сейчас повестка приходит в нынешних условиях, вы идете или избегаете? На срочную службу? Нет, туда, в зону боевых. Слушайте, тяжело сказать, я так, придет, посмотрим. Муж уже не призывной, а у сын ограниченно годен. А если призовут, сын сказал, пойду. Вы поддерживаете сына или нет? Я не могу, я должна как мать поддержать его.